Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі телеканал «Миколаїв», програма «Це вас хвилює», в студії працює Марина Шкрупська, я рада вас вітати, як завжди, у понеділок ми говоримо про наше здоров'я, адже здоров'я – це те, що хвилює кожну людину, тому що немає здоров'я, не буде нічого, особливо здоров'я наших дітей. Сьогодні з нами в студії дитячий міський імунолог Ірина Пліткіна, доброго дня вам. Доброго дня. І вона не з досить втішними новинами, але хто попереджений, той володіє світом. Ми своїм здоров'ям. Так. Тому сьогодні ми говоримо про кір. Якщо раніше ми говорили про неї тільки як про гіпотетичну хворобу, яка має бути, тому що у нас привиті всі діти і дорослі, то сьогодні ми стикнулися саме з цією хворобою. Отже, Ірина Миколаївна, що це за хвороба, по-перше, кір? Ну, кір – це остре інфекційне заболівання, яке взагалі описується еще 600 лет до нашей эры. То есть это очень древний вирус, который всегда был на Земле, существует. Но корь коварно очень, это очень коварный вирус, потому что он дает очень такое тяжелое само течение заболевания и очень тяжелые осложнения такие бывают, и плюс смертельные исходы. Поэтому на сегодняшний день с 54 года была изобретена, сделана вакцина, она апробировалась, и ну, это конец 50-х годов, а у нас в Украине с 63-го года население начали прививать против кори. И уменьшили значительно. Мы, так как страна, которая сотрудничает и входит в состав Всемирной организации здравоохранения, тоже, как у нас есть клич, что у нас страна должна быть свободной от полиомиелита, так должен быть и свободна от кори. Но, однако, вот эти наши такие последние года очень нестабильные, и мы, ну, наверное, уже в течение 5 лет у нас были неполадки с вакциной. Мы ее не получали в должном количестве. И, конечно, у нас получилась большая брешь, и получилось достаточное количество детей. Вот мы сейчас пересчитали, это 4300 детей от 15 до 8 года рождения, которые не привиты, совсем не привиты. И поэтому есть у них очень высокий шанс заболеть. Но основным переносчиком являются все равно взрослые, потому что они мигрируют больше. И так как есть вспышка в кори в Европе, то эмиграция очень большая, ее завезли к нам. И на сегодняшний день, ну, это были наши западные области, а теперь и у нас в Николаевской области за июль месяц у нас есть 7 заболевших, но из них 2 взрослых и 5 детей. Ага. За август еще 2 заболевших взрослых и еще 1 ребенок. Но болеют дети постарше года, в основном, ну, 3 дітей от 5 до 7 лет. Це діти були імунізовані? Чи ні? Ні, це діти із району, вони не були імунізовані. Ну, точно так, як і взрослі, які заразили дітей, вони теж не були імунізовані або неізвестен їх анамнез. Но учитывая, что корь протекает очень тяжело, и взрослые, они все прошли через инфекционную больницу, и сам анализ, то есть вот эти люди, у них диагноз подтвержден вирусологической лабораторией Одессы. То есть если у нас нет оттуда подтверждения, то корь человеку не ставится. То есть это официально, точно так же, как полиомиелит, это серьезное заболевание, и оно подтверждается. Чем проявляется эта хвороба? Чем оно проявляется? Проявляется оно, начинается просто как вирусная инфекция. Инкубационный период длится до 28 дней, ну, обычно до 21 дня, то есть человек проконтактировал вроде бы с каким-то больным, ну, который начихал, там где-то за ручку взялся в транспорте, там, где держался больной человек. Инфекция. Как любая инфекция, да, передается контактно-бытовым путем, воздушно-капельным. Он заболевает, и в течение 3 дней у человека будет просто повышенная температура или у ребенка. Она даже при средне-тяжелом течении бывает очень высокой температурой.
39 до 40, и явлениями общей интоксикации, чем-то напоминает грипп. Uh-huh. То есть вот человек, у человека астения, он ничего не может делать, у него сильно болит голова, ему плохо. Потом температура как бы спадает, и начинаются катаральные явления. В чем они проявляются? Ну вот есть такие, как называются, патогномоничные симптомы. Это светобоязнь, очень красная конъюнктива. Человек боится света дневного, вот, слизистая воспаляется, воспаляются очень слизистые оболочки. Ротоглотка, носоглотка и на слизистый щек, на внутренней поверхности появляются на красном фоне такие, как манные крупинки, крупинки маны, манки. Ну, вот это считается таким достоверным признаком. Если доктор вот увидел эти пятна коплика, так они называются по автору, который их диагностировал в свое время, значит, это считается, что у человека корь. И вот этот период длится тоже 2-3 дня, таких катаральных явлений, насморк, заложенность носа, а потом появляется сыпь. То есть вирус, он поражает все органы, включая центральный мозг, центральную нервную систему, поэтому у человека могут быть такие осложнения, как менингиты, энцефалиты, как уже в осложнении будет глухота наступать, и с этим человек потом остается на всю жизнь. И вот кроме пятен появляется вот эта сыпь. Это уже будет где-то 5-6 день болезни. Начинается точно так же, как вот эта светобоязнь и пятна коплика, сыпь начинает появляться с лица. Это за ушами, лицо, и по часам она опускается вниз, кожа как бы вздувается, становится такими большими красными пятнами, островами, на которые еще будут и меленькие пузыречки. И вот в течение 3-5 дней вот эти держится вот эта сыпь, а потом она начинает этапы обратного развития, она начинает снова как сверху вниз она спускается, а потом снизу вверх она уходит, сначала ноги, туловище, потом последнее лицо уже уходит, и в течение 2-3 недель эти пятна там становятся коричневого цвета. Вот идет обратно вот эта пигментация и, ну, легкое шелушение. И таким образом вот в течение 3 недель человек может тяжело переносить вот это заболевание. Но самое такое опасное, так как это поражаются слизистые, кроме вот как осложнений менингиты, энцефалиты, у человека, как правило, дети больше всего болеют воспалением легких. Воспаление легких, причем в такой тяжелой форме, с одышкой, с обструкцией. И, в общем-то, тогда, если саму корь, практически мы рекомендуем постельный режим, обильное витаминизированное питье, то когда мы уже видим, что начинаются осложнения, тогда применяются уже какие-то другие препараты. То есть такого симптоматичное лекование? Только симптоматическое лечение, потому что специфического нет. Специфическое – это иммунизация в 1 год и в 6 лет, или когда мы знаем, что человек заболел, и, в общем-то, это может быть еще ребенок ослаблен, то рекомендуют сразу же после того, ну, установления контакта с больным корью, ребенку назначается противокоревой иммуноглобулин. Но, к сожалению, на сегодняшний день у нас его нету. Вот. Назначается противокоревой иммуноглобулин и рекомендуется в течение 72 часов от момента контакта вакцинация. Если в это время мы успеваем вакцинировать, то человек будет легче перенесет или не заболеет, или перенесет заболевание значительно. Дети легче переносят. В общем-то, да. Дети, у них меньше осложнений центрального характера, то есть менингитов, энцефалитов у детей меньше. А вот взрослые переносят тяжело, у них больше выражена интоксикация и именно поражение центральной нервной системы. Симптоматика зрозуміла. Що робити, коли вже бачимо, що є контакт і є кір? Ну, если человек привит, то ему нечего бояться. Вот на сегодняшний день, то есть у нас дети, которые привиты, значит, они привиты,
и все спокойно. У нас взагалі не захворіють. Нет, они не заболеют, и, в общем-то, вот за границей они еще рекомендуют после 18 лет, вот как они женщинам делают краснуху, точно так же делать вот комплексную вакцину, вот эту корь, паротит, краснуха, еще делать ее третий раз. Если ребенок привит был в год и в 6 лет, значит, он нормально не заболеет. Взрослые, мы тоже, нас прививали, но тогда были моновалентные вакцины, отдельно была корь, отдельно краснуха, но, в общем-то, прививались. И чтобы решить вопрос, надо прививаться или нет, можно сделать напряженность иммунитета. Если вот эти цифры будут достаточно высокие, так, то человек... Остается, да, это сдается кровь в иммунобиологическую лабораторию, и мы смотрим напряженность иммунитета кори нашего организма. Если эти титры хорошие, значит, мы можем спокойно контактировать. Но в данном случае все работники вот, инфекционной больницы, да и мы все в лечебном учреждении должны быть или привиты, или в свое время получить естественную иммунизацию, да, переболев этим заболеванием, потому что ну, это первое звено, это сфера обслуживания, да, будут это те же учителя, продавцы, те, кто чаще всего контактировать могут. Поэтому если пути профилактики – это прививка, вот, и плюс корьевой иммуноглобулин. Ну, а самое главное, что если поставлен диагноз или заподозрена корь, то есть вот этот человек, ребенок, который заболел, он должен оставаться дома и не контактировать. Вот, угу. Вот здесь, да, изоляция до лекарни не обязательно. Нет, не обязательно. Ребенок может быть дома, мама должна ему создать оптимальный режим, это проветривание, это не так, что закрыли, и он должен там в душном пространстве находиться. Это оптимальный уход, нормальное питание, не хочет кушать ребенок, но он обильно пьет. И, в общем-то, выдержать вот эти 10 дней. От момента катаральных явлений до высыпания 10 дней человек считается заразным. Поэтому вот все, кто придут и проконтактируют, и если они не привиты или не болели, значит, эти люди могут заболеть. А якщо вже пішли висипання, то вже Но все равно, да, нет висипання, но еще после 5-го дня висипання. Угу. То есть вот этот период от температуры и должен от температуры как мы заподозрили, что это корь, это практически будет второй-третий день, должно пройти 10 дней. Это период, когда человек может заражать. У него идет еще размножение вирусов, то есть вот эта сыпь, это все тоже идет в момент размножения вируса. И вот в этот период человек его выделяет и может заражать окружающих. Через третьи предметы, сразу скажу, и от здоровых, которые ухаживают за больным, считается, что вирус не передается. Він не переноситься. Нет, третьими лицами не переносится. Бояться не надо контактировать с мамой, если у нее болеет ребенок. Як завжди, за порукою доброго виздоровлення є вчасне звернення до лікаря. Зараз не той час, коли всі наші захворівші відрізняються тим, що одразу звертаються у лікарню. Ті, хто захворіли на цей момент, чи було вчасне звернення до лікарів і... Что с ним взагалі робити? Ну, если дети, да, то там как-то протекало быстро, их госпитализировали, вот, то взрослые уже были в таком состоянии тяжелом, но у них шла, например, один больной, это из нашего района обслуживания городской, ему поставили сначала энтеровирусную инфекцию, вот, он лечился дома, и только когда его уже обсыпало, и у него появилась такая тяжесть, что он, ну, у него пошли явления бронхита, потом пневмонии, вот такая тяжесть состояния, что он не мог даже передвигаться, тогда он был госпитализирован. Ну, у нас взрослые, да, вот думают... Себя не жалеют и думают, что оно пройдет. А оказалось, что он болен, ну, еще там достаточное количество контактных получилось, потому что с этим человеком общались. А о корі подумали очень поздно. Коли вже потрапляє людина до лікарні, це йдуть ускладнення,
Наскільки може затягнутися цей процес, якщо вчасно не звернутися? Ну, если это будет воспаление легких, то оно лечится до месяца. Ну, то есть даже если острый период, это будет где-то 2 недели, пока уберется тяжесть состояния, то очаги после воспаления легких, они рассасываются у детей 3 месяца, у взрослых это и полгода, может быть, потому что люди состоят до года, потом на диспансерном учете, переболев воспалением легких. Поэтому этот промежуток очень. А если это менингит или энцефалит, то это месяц инфекционной больницы, а потом еще опять диспансерное наблюдение невропатолога и лечение. Если такое осложнение, как тугоухость, там поражается именно слуховой нерв, то это пожизненное лечение и наблюдение у невропатолога, потому что потерять слух – это очень... весомо и страшно. Раньше, когда еще я скажу, что у меня мама сама плохо слышит после в детстве перенесенной кори. И она по жизни так и осталась с этим недугом ускладнением. Якщо сьогодні ви називали цифри, скільки дітей в нас неімунізованих, якщо приблизно так? Сейчас у нас є вакцина. У нас в місті 3500 доз вакцини. Ми прививаємо дітей. Діти-годовики, які, їм исполнился год, і ми сразу їм делаем вакцинацію корь, паротит, краснуху. Це бельгійська хороша вакцина. У нас вона є. І у нас із запланованих мы должны были за полгода привить, у нас привито 52,6%. То есть все идут абсолютно в графике. Дети старше 2 лет, они привиты на 30%, и шестилетки тоже на 50%, а 7-леток мы как-то меньше привили, но, может быть, сейчас они уже готовятся к школе, и во втором полугодии их попрививают. Это то, что на сегодняшний день есть. И у нас есть вакцина, мы их можем прививать. Но, учитывая такую ситуацию в стране, мы получили запрос, чтобы посчитать еще детей, которые нулевые. То есть там, где были отказники, те, кто выпали этот период, когда не было вакцины, у нас получилось 4300 таких детей, у которых нет, они вообще нулевые, у них нет ни одной дозы вакцины. Или есть там часть по одной инъекции. С ними мы будем работать, на них мы должны, я так понимаю, получить дополнительно вакцину, потому что, в общем-то, 3200 доз, это, скажем, не так много, и как раз на второе полугодие у нас так и запланировано этих детей, эта вакцина у нас все уйдет. И для того, чтобы еще привить, нам вакцина нужна будет. Если дитину потрібно прививати в рік і 6, чи буде ефективна імунізація, наприклад, якщо дитина нульова, як ви кажете, і зараз їй там, наприклад, 9 років, і ми почнемо імунізацію? Эффект от вакцинации есть в любом возрасте. И помните, когда у нас была кори, которую, так сказать, не сделали, в ту эпидемию, это было еще когда, 2007 год, 2005-2007. Значит, вакцинация эффективна в любом возрасте. Я еще вначале говорила о том, что, например, Америка, они всем женщинам до 40 лет делают краснуху и точно так же рекомендуют делать корь каждые 10 лет. Да, иммунитет, который вырабатывается при вакцинации, титры антител будут меньше, чем если бы человек переболел. Поэтому для поддержания нормального этого иммунного ответа рекомендуют раз в 10 лет еще повторять. Перестраховуватися. Да. Якщо дорослий хоче імунізуватися, діти, зрозуміло, якщо вони не вакциновані, вони приходять до свого педіатра, так, проходять всі етапи, переглядаються лікарем, все. Це як положено. Потрібно бути. Якщо дорослий, наприклад, хоче себе перестрахувати і зробити вакцину,
вакцинацию, что ему робити? Он может привиться, ну, для них будет платная вакцинация. Вакцина есть в аптеке. Я знаю, что вот последнюю я спрашивала 2 месяца назад, было 270 гривен. Я считаю, что это не так дорого. Доза вакцины, и можно привиться. Порівняно с месяцем лікування. Да, значит, таких доз взрослый, если он знает, или, ну, в общем-то, или ему сказала там мама, что он не был вакцинирован вообще, он, чтобы получить хороший иммунитет, иммунный ответ, он должен сделать 2 дозы. Минимально это будет с интервалом месяц, то есть он может сделать 1 дозу и через месяц 2. И у него на 10 лет 100% обеспечен хороший иммунитет. Но даже 1 доза вакцины тоже защитит человека от заболевания корью, но у нас еще есть и эпидемический паротит, который тоже очень опасен своими осложнениями. Это и сахарный диабет, и бесплодие, которое у мужчин возникает, потому что яички – это тоже железы внутренней секреции. Там слюнные железы, которые вспухают, это ничто, да, по сравнению с тем, что может быть сахарный диабет, потому что страдает поджелудочная железа. Поэтому вот эта комплексная вакцина, она хорошая, она хорошо переносится, бельгийская, и, в общем-то, дает хороший иммунный ответ, защиту хорошую. Кому нельзя делать, да, я вам еще скажу, но нельзя делать онкобольным. На сегодняшний день был очень спорный вопрос у ВИЧ-больных. Вот, потому что считалось, так как это живая вакцина, ослабленная, что ее нельзя делать. Но у таких больных, вот, у ВИЧ-больных, у них крайне тяжело протекают эти заболевания. И, в общем-то, даже если они находятся на антиретровирусной терапии, или CD4 клетки у них превышают 500, ВОЗ сказала делать. То есть они нормально отвечают, у них тоже вырабатывается иммунитет, и это лучше, чем эти люди будут болеть корью. А чи варто корі боятися вагітним? Да, значит, точно так же, как и краснуха, вот во время беременности нельзя прививаться. На сегодняшний день акушеры-гинекологи не рекомендуют и краснуху, и корь сделать женщине где-то не раньше, чем за месяц до, ну, потому что за месяц вырабатываются уже антитела, привиться и потом пробовать до вагітності. До беременности привиться. Такой вариант. Да, такой вариант есть. Ну, потому что особенно кори, она, ну, будет тоже давать интоксикацию плода, а краснуха, она вообще в 100% дает уродство или гибель плода. Поэтому женщин рекомендуют прививаться. Якщо жінка зараз не привита и вагітна вже, а не за місяць до того, як це треба себе просто изолювати, бути обережним. Ну, быть очень, да, осторожной, это раз. Ну, может быть, она уже была привита, и она может спокойно быть. У нас все-таки большая часть населения привита. Это в отличие, вот как Тернополь, Западная Украина, да, там у них болеют больше, у них вспышка больше, потому что они меньше привиты. У нас в этом плане чуть ситуация стабильнее, но все равно вот такие факты есть. Беременная должна или себя оберегать, ну, в крайнем случае, если уже такой контакт состоялся, надо искать противокоревой иммуноглобулин. Это уже готовые антитела, которые вводятся в организм, и они полностью инактивируют вирус кори. І ще таке питання. Ви вже лікар з досить великим досвідом, який працюєте з дітьми і їх батьками. І з батьками, що вчителям, що лікарям працювати складніше, ніж з дітьми. Що ви говорите, коли переконуєте маму, яка категорично проти вакцинації? Які аргументи доводите, що вакцинуватися все-таки потрібно? Аргументы, которые я привожу, ну, потому что, как правило, мне всегда говорят, что вакцина – это опасно. Ну, вот я спрашиваю, какую вы пьете воду? Если вы пьете воду просто с крана, нефильтрованную, то это во 100 крат опасней тех осложнений ничтожных, которые бывают от вакцинации. Это первый довод. Вопрос, что ребенок может заболеть, что он там, у него будут тяжелейшие осложнения. Ну, во-первых, то, что
Говорю, когда вы видели и слышали? Ну, довода, вот там писали, а вот кто-то рядом. Нет, рядом никого нет. Ну, то есть, говорить о том, что надо привиться, как детям я всегда говорю, давайте посмотрим, ребенок собьет коленку, и вы напишите гарантию, что он не заболеет столбняком. Нет, я такой гарантии писать не буду. Говорю, значит, давайте тогда. А коленку он собьет 100%. Значит, давайте тогда защитим его от столбняка и привьемся. Ну, как гарантию я всегда говорю о том, что вакцины всегда, те, которыми мы детям делаем прививки, они все прошли Всемирную организацию здравоохранения, они ими пользуются весь мир. И осложнений ну, ни в нашей стране, ни в нашей области. Вот я за 20 лет я занимаюсь иммунологией, я тьфу-тьфу-тьфу не видела. Поэтому я за вакцинацию, я за, ну, за здравую защиту детей. Потому что я видела ту же самую дифтерию, я видела тяжелую корь. И, ну, не говоря о менингитах тяжелых и осложнениях, когда дети становятся потом инвалидами на всю жизнь. Поэтому я за разум, за то, что ребенка надо защитить именно методом вакцинации, а не тем, что давайте пусть он переболеет, и у него выработается свой иммунитет. Мы не знаем, как у ребенка пойдет заболевание. Поэтому мы можем от заболевания получить очень неприятные осложнения. А вакцинация, ну, в тысячное процента, когда может быть осложнение, ну, пусть оно произойдет вообще не на детях Украины, скажем так, но пусть это будет грубо, оно все равно не в нашей стране. И таких нет случаев. Нет случаев. Поэтому я за то, чтобы вот на сегодняшний момент мамы должны все трезво взглянуть на эту проблему и прийти и привить своих детей. Вакцина есть. И защититься самим еще, потому что, чтобы не заразить детей. На цьому ми поставимо крапку. Я думаю, що донесли ми до тих, хто нас слухає, що все-таки вакцинація потрібна, особливо проти такого страшної хвороби, як кір. З нами сьогодні була Ірина Пліткіна, міський дитячий імунолог. Дякую вам. Я бажаю, бажаємо всім міцного здоров'я. Прислухайтеся до лікарів. Вони щось таки так і знають. Довіряйте лікарям і будьте здорові. До побачення, до нових зустрічей. Всього доброго, до свидання.